меня весь год прошел под знаком этой группы. Это группа «Черный гриф». Шагнув за грань и став на новый путь, теперь живем, и бренные тела от глаз других скрывают нашу суть. Стараемся мы делать только то, что для славы тела нам сейчас важней, живя, не замечая никого, мы разлагаем общество живущих здесь людей. Так что страшнее, смерть или хлыст воздушный? Зачем вообще мы в этот мир пришли? Затем, чтобы сделать его хоть чуть-чуть получше, чтобы радоваться жизни всем. Орел от сна про
на земле. Все беда, надо счастье.
называется «Любовь».
весь текст. Напрочь. Аплодируем нашему вокалисту, он так вовремя забывает текст. Текст иногда забывать можно. А что, ты правда? Да правда. Вот, так что я полностью забыл текст песни. Дальше давайте попробуем другую. Thank you.
Сегодня у нас коллективная лажа здесь. Да, капитально. Все в порядке. Коллективная лажа, потому что пропущено две репетиции, все себя позабывали. Давайте камеры. Давайте, короче, камеры. Поехали. Поехали. Ну вот здесь, надеюсь. Давай. Давайте, ребята, верим вас. Одну простую сказку. А может, и не сказку. А может, и не простую. Хотим вам рассказать. Ее мы помним с детства, а может и не с детства, а может как сегодня и не помним ничего. Но будем вспоминать. Я такого пения, а может и не пения, упал немецкого пожара, как мне капитан.
взрослых. Наташа Тарапоз. Ну, дай ей не прыгай, не пойди, не плюси, иди, так ей до строительства или полежа друг. Концерт все-таки одной известной песней. Поехали, ребят. Все-таки доиграем эту песню. Yeah.